аплодисментами встречают артистов. А вот громче можно? Первому сентябрю, как бы начальному учебному году, посвящена наша программа. Она состоит в основном из авторских произведений, те, кто были на наших концертах. Вот. И немножко еще мы будем разбавлять мировой классикой. Мы сыграем несколько тем по Каметине. Я думаю, что все прекрасно. Ну, надеюсь, что все знают творчество этого замечательного композитора. Начнем мы с авторских произведений. Спасибо. Thank you.
представить участников этого экспериментального коллектива. Антон Залетаев, как всегда, в переднем плане. Саксофоны, флейты, флейта. Не будете ли играть? Не будете ли играть? Не флейте, но не будет играть сегодня на флейте. Дмитрий Лугдин, клавишный. Леонид Берзович, представитель нашего поколения. Ну и сегодня у нас на барабанах Игнат Кравцов. Дима любит иногда удаляться, прибегать ночью на кухню. Сейчас мы сыграем одну из пьес, которую я говорил. Она не авторская. Написал ее блистательный композитор. Один из вообще создателей своего стиля, так мать. И, в общем, может быть, вы ее даже и узнаете. Thank you.
самая тема Джеймс. Прекрасно, красиво. Музыка. Thank you.
Антон Бегатаев. Вот, сейчас играем более подвижную композицию. Подвижнее, чем была сейчас. Пьеса, которую мы сейчас исполнили, называется «Солнце Луна». Она вышла на пластинке ансамбля «День творчества» лет так 5-6 назад. Мы ее в свое время исполняли. Сейчас мы в этом составе играли ее первый раз. Вот. А сейчас мы сыграем одну такую безбашенную пьесу, которая называется «Просто идея фикс», в общем-то.
Thank you.
джаз-мандолин Галина Горбунова. Спасибо большое за внимание. Мы прервемся минут на 50, шутка 10, и вернемся к вам. Для вас сегодня квинтет Антона Горбунова. Спасибо, это я. Thank you.
Сезон, желающие съездить, естественно, не в Египет, а, например, куда-нибудь, например, в Хорватию, Черногорию, еще могут успеть. Да? Нет? Зацепить лето. И бархатный сезон тоже. Thank you.
Thank you.
красивая пьеса была, замечательная встреча, красивая мелодия, в общем. Так лучше, да? Thank you.
Thank you.
15 отцов. Леонид Берзович сегодня. Антон Залетаев, Дмитрий Лунгин. Thank you.
Поздравляю. Браво! Дмитрий Лубдин. Ленар Кравцов. Теперь о легком жанре. Валера Степанов, Поликолик. Валера Степанов. Валерочка, подойди к нам, пожалуйста. Сейчас будет наша любимая прощальная. Конечно, специально для нашего гостя из Еревана, Раика Акопяна, звучит следующая композиция. Лешенька, сделай микрофон человеческим темпом. Спасибо, Леша. Thank you.
Спасибо за внимание. До спокойной ночи.